Так, ребятки, я снова всех приветствую, мы продолжаем прохождение. И... все, да, выгрузил карту нормально из буфера. Ничего себе, с пулеметом. Так, мы скатились по ледяной горочке оттуда. Ты проиграл. Меня ты не убьешь. Ты все равно допустишь ошибку. Так, ладно, это было несложно. Давайте снова сканируешь? Сканируем этого товарища, посмотрим, чем он нам интересен и примечателен. Обладает тяжелым скорострельным и дальнобойным орудием со щитом, способным выдерживать значительный урон. Медленно движется, долго готовится к стрельбе и требует долгой перезарядки. Используйте эти возможности для атаки. Тяжело вооруженный штурмовик. Это особые пехотные соединения Галактической Империи, которые сражаются на передовой. Их основная задача — защищать зону боевых действий и оказывать поддержку патрулям штурмовиков. Эти бойцы вооружены грозными роторными бластерными пушками Z6, которые позволяют вести плотный огонь даже на большой дистанции и наносить врагам серьезный урон. Для защиты тяжело вооруженных штурмовиков используют энергетический щит. Окей. Так, сейчас я быстро-быстро все вспомню. Подождите. Так, скатились оттуда, забрались сюда. Пиу. Так. Что-то у меня вообще какой-то графический кретинизм. Наверх, очевидно, можно. Но я схожу сюда, потому что здесь пулеметчик был. Может, он что-то интересное охранял. Так, да, мы отсюда откуда-то пришли. Живым ты отсюда не уйдешь, джедай. Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Я за тобой слежу. Ну, они простенькие, намного проще, чем обычные штурмовики. У тех, как бы, частота атаки выше, поэтому зачастую их бывает некомфортно блокировать. Ну, щупа у нас нет, сука, блин, когда же нам его дадут? Я все дождаться не могу. Так. Иди сюда, беди один. Да, беди, не отставай, нас тут канатик ждет. Давай, давай, малой. Ай-два, ай-два. Так, что-то туда можно? Можно и сюда, да? Опаньки, а вот он хитрый-то, он чуть ли, блин, не сливается. О, ладно. Что там было? Стихийный элемент номер 2. Угу. Так, ну, очевидно, что эту дорожку мы полностью протоптали, проверили. И теперь уверенным шагом сюда. Туды-сюды. Да, игра любезно подсказывает, что нужно повиснуть. А я уже повис. Вот на месте. Я что-то на секунду заинтересовался, что может быть сверху. Ладно, наверх мы не можем, поэтому мы покатились. О, а вот мы наверху оказались. Ага, открыт короткий путь, замечательно. Но у меня вот вызывает та платформа неподдельный интерес. Вот это вот. Но. Туда мы запрыгнем, а наверх-то мы как? А вот никак. Ну, очевидно, я верно иду. Я просто немножко плохо ориентируюсь здесь в карте. Так, тут закрыто, там закрыто. А что желтое это значит? Не исследовано, да? Ха. И впереди не исследовано. Давайте к желтому сходим. Это вон туда? Я верно смотрю, да.
Так, щуп-адаптер тут тоже нужен. Ага, можно вон туда еще зайти. Странно, что он это место никак нам не выделяет. Враг внизу! Ах, пёс! Это было неприятно. Его тоже просканировать, может, давайте. Так, может блокировать и парировать удары, а также использовать особые техники с вращением, выносливая своих подчиненных. Командиры штурмовиков-разведчиков идут отряды специально подготовленных солдат в бой во имя Галактической Империи. Командиры вооружены электродубинками и прекрасно владеют приемами ближнего боя, так что их не стоит недооценивать. Окей, я вас понял, все понятно. Так, вот сюда я шел с важной исследовательской миссией, но судя по... всему, наверное, там были, я не знаю. Хотя нет, глядите-ка. Это останки, кости кого-то. Мириен, береги Сену. Зараза, блин, в тени заныкалась. Выручишь? Не ожидал такой подлянки мощной. Ладно, идем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Постепенно начинаю уже понимать карту, что на ней происходит. Сэр, базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Житель был ранен, но он убил штурмовика. Свидетельство стычки. Столько лет на этом булыжнике и ни одного артефакта. Можешь попросить о переводе? Они никого не переводят, сам знаешь. Так сосредоточься на работе. Об артефактах пусть переживают офицеры. Неплохо, кстати, вот это умение, которое мы получили последний раз при зажатии клавиши F. Надо будет его попробовать, причем попробовать на разведчиков-офицерах, которого вот мы сейчас завалили. Ладно, тут мы все посмотрели, нам там нужен щуп, щупа у нас нету, поэтому шлеп-шлеп-шлеп и сюда, на канатик. Надеюсь, что нам скоро дадут этот щуп. Охуеть. Охуеть. Блять, поганая. Уходи от меня. Меня ранили. Что-то они как-то мало здоровья мне эти штуки начинают восстанавливать. Вон, блин, четвертинку такое ощущение, что восстановило всего. Ну ладно, я думаю, нам этого хватит добрести тут до какой-нибудь конечной точки. Хотя недавно же тут прямо у нас перед носом было все. Ну, я имею в виду это... пункт возрождения, или как его назвать. Мы выполнили волю Императора и заняли планету Зефа, перераспределив ее жителей. Однако здесь не удалось найти ничего, что имело бы значение для проекта «Бур». Электромагнитные ветры планеты вывели из строя большую часть нашей техники для горной добычи. Тем временем все больше штурмовиков гибнет от опасной фауны. Мы не сможем выполнить здесь выданные нам предписания. Рекомендую закрыть проект и оставить небольшой аванпост для охраны наших технологий от мусорщиков. Если бы мы весь день участвовали в боях, я был бы только рад. Так, ну это хорошо. Если когда-нибудь столкнешься с джедаем, твое мнение может измениться. Да, я буду в еще большем предвкушении.
Как мило. Как раз джедай вот идет к тебе. Так что не расстраивайся, чувак, сейчас повеселимся. Отличное умение. Вообще на раз его зарубили. О, ладно. Что там было? Долг и решимость. Переключатель светового меча. Уё. Так. Они резко выскакивают и также резко убираются. Так, нет. Правильно. Опаньки. Сундучок. Ну вот в беде один мог бы и туда пролезть. Не обязательно мне вот обходить на самом деле. Закинуть его туда и все. Буду рисковать. Ага, так, тут я понял, где собака зарыта. Так, только я немножко не успел. Надо его где-то на полпути поймать. Вот так вот. Так. Стой, не шевелись. Стой, стой, стой там. Я убегу. Я понял, по стенке нужно просто забежать. Опа. Кэл, имперцам удалось выследить тебя. Уходи оттуда быстро. Понял. Спасибо. О, отлично. Здесь мы себя и приведем в порядок. У нас, кстати, совсем скоро будет уровень. Вот вообще, вон, видите, капелюшечку не хватает. Мы здесь отдыхаем, восстанавливаем стимы. И двигаем дальше. Запинали меня толпой. А у меня там уровень так-то уже почти. Странно, что я все-таки на них не набрал вот эту вот небольшую разницу, которой мне не хватало. Эх, обидно. Надо сейчас главный опыт вернуть, а то там уж действительно почти очко навыка получилось. Внимание, а ты быстрый! Открыть огонь! Его сложно подловить! Надо просто атаковать его! За ним! Скорее! Понял! Да твою мать! Погиб один из наших! А ты проворный! Наконец-то! Блин, одну пропустил все-таки. Очко навыков мы свое получили, кстати, как видно. Может, я просто на это внимание не обратил. Но, да, они меня застали в очень неприятном положении. О, ладно.
Это что-то полезное? Звездный истремитель. Окей, богомол можно перекрасить будет в случае чего. Опа, покатушки. Готово. Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Так, ничего тут нету интересного. Расчехляем наш фонарик. С этими заразами у нас разговор короткий. Я слышу, как ты там хрюкаешь. Специально пошел ее, чтобы завалить. Любопытно. Мы на верном пути. Думаешь? Ну, я вижу символ, но не совсем понимаю. Так, оттуда я пришел. Или я... Так, пришел я оттуда, иду сюда. Да. Ну, да, похоже на то, я правильно иду. Здрасте. Здрасте. Мне не пройти. Надо толчок изучить уже. И тогда везде мы пройдем. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не противься. Позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. Не противься. О, снова нам дают возможность сохраниться. Это замечательно. Так, соответственно, отдохнуть. Древо навыков прошу мне предоставить. А, нет, 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 не сюда. Блин, ски. А, так, два очка навыка, одно. Выполнение атаки при беге позволяет Кэллу совершать особую атаку световым мечом. Неплохо. Выполнение атаки после кувырка. Ладно, пусть кувырок будет. Полезно. Это... Да, он делает, соответственно... При комбинации, не самостоятельно. Могли бы автоматизировать эту атаку с одной стороны, но ладно. И так неплохо. Следующую явно с бега нужно делать. Так, ясно. На пустом месте это не сделать. Нужно обязательно применительно кому-то или чему-то это делать. О, давайте до коробки сначала сходим. Ух, ё, он все-таки сорвался. Тут еще один такой красавчик есть. Ну, давай, полезай. Вернись сюда. Что нашлось? Долг и решимость 2. Новая муфта светового меча. Окей. Ха, здесь такая же штука. Может, они связаны? Может, да, может, нет. Кто его знает. Здесь снова не хватает толчковой техники.
не совсем люблю, когда геймплей строится по такому типу, что отсутствующие умения как-то, ну, блокируют изучение местности здесь и сейчас, да, то есть Darksider с этим очень сильно страдал, да, то есть у тебя там нету какого-нибудь хлыста или что-то еще, ты, соответственно, не можешь изучить локацию, в которой ты находишься в данный момент, и потом ты его получаешь, возвращаешься и по 10 раз одно и то же место посещаешь, но с разным набором умений. Меня это вообще дико бесило. Опа. Так, Стим. Давай, Стим! Фух. Я не знаю, как мне это помогло. Такое ощущение, что я не могу это умение использовать. Я пытаюсь уклониться, используя, соответственно, клавишу Z и левую клавишу мыши атаки. Такое ощущение, что это как-то не так работает. Что я что-то не понимаю в этой жизни. Ну ладно. Вроде здесь врагов больше нету. Что? Ух, ё! Сука, тварь поганая, а. Откуда ты взялась-то? Да чтоб тебя за ногу, а! Бросай! Да, на каждого барашка у меня по стиму ушло. Бараны, а. Они где-то еще хрюкают, я слышу. Это еще один подонок заныкался, желающий моей смерти. Ага. С тобой-то я попробую разобраться. Да, ну все, упади туда, костыль. Ну-ка, что ты заметил? Получено новое семя для... Они такие милые. А, жабрица, круто. Ну, понятно, не... я понял, как теперь семена собираются тоже через этого нашего дружка-товарища. Так, вон туда нам не попасть. Я, кстати, думаю, что у нас по-любому еще будет умение парирования. Точнее, не парирование, а левитация. То есть мы парить сможем, так сказать, с какой-нибудь высшей точки спарировать туда, ну, постепенно приземляясь. Думается мне, что должно такое быть. Мы же видели, как эта третья, там, вторая или какая она сестра там парировала. Парила. Парирование это, так сказать, у ворот от удара, или как правильно сказать. Использование каких-то средств для того, чтобы вернуться, не увернуться, избавиться от удара, контратаковать. О, это же такая же сфера, как мы видели на предыдущей планете. Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Нас же снесет, как нихер делать. Охренеть. Ой, я что-то сломал? Ой, друг, полагаю, это самые древние из найденных нами мест Зеффо. Несмотря на зарок, я никогда не могу забыть о хранилище Набагана. Его образы определили судьбу целой культуры, я должен понять почему. Несмотря на зарок, я никак не могу забыть о хранилище Набагана. Его образы определили судьбу целой культуры. Я должен понять почему. Я просто боялся, что... Он, как в предыдущей серии, перестанет читать и, на всякий случай, сам прочитал, а благо все хорошо, он продолжил. Так что я, так сказать, переволновался лишний раз. Я в гробнице. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать.
Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Эпицентр бури. Команда отправилась на родную планету Зефа в поисках гробницы, о которых говорил Кордова. Зефа оказалась капитулированной империей ради добычи древних артефактов. Исполнение директивы под кодовым названием «Проект Бур» было приостановлено после того, как имперцам не удалось совладать с магнитными ветрами планеты. Кел и Биди проникли в древнюю гробницу Зефа в поисках послания от Кордовы. Так, ну этот шар, очевидно, сюда нужно толкнуть каким-то макаром. Ну, я думаю, что вот-вот и нам дадут этот толчок заметный. В противном случае, как бы, не знаю, как нам его туда откатить. Так, мышка, не залазь туда, нельзя. Ты это видел? Ох. И что это? Оно меня убьет? Ух, ё! Да, лучше не подходить было к этой штуке. Так, здоровья нету. Твою мать. Что нашел? Скунгус. Осторожно, обходите вокруг, избегая прямого контакта. Взрывающееся ядро можно использовать против других врагов. Скунгусы – паразитические организмы, нападающие наподобие растений, которые при приближении потенциальной угрозы выбрасывают в воздух ядовитые споры. Малые завязки скрываются под землей небольшими группами и образуют общее ядро. Существует много видов этого крайне агрессивного паразита, но все они состоят из мягкой, напоминающей мозговое вещество ткани, которое обладает крайне неприятным гнилостным запахом. Твою мать! Блин, еле выжил, а. Да я тут как помру просто. Все. Ничего удивительного, у меня здоровья же нихера не было. Блин, он меня сейчас к носорожкам этим обратно откинет. К этим баранам, точнее. Мда. Печаль, беда. Надеюсь, у меня хотя бы к шару откинет, когда мы уже на этом лифте спустились. Нет, ни хрена подобного. И сказали, пососи, вот тебе и все. Я не буду с ними сражаться, тратить драгоценное здоровье. Так что я отправляюсь обратно как можно скорее. Драгоценное здоровье я тратить не буду. Так, ну я надеюсь, они по новой тут не будут начинать причитать эти истории. А, тут можно что-то сломать. Ясно. Ну, вроде молча едем, и на том спасибо. Не может перепрыгнуть. Странно, жаль, конечно. Я не знаю, что еще делать, пока мы катимся.
Так, ладно, с взрывающимися хуйнями поосторожнее надо быть. Не думай взрываться, скотина. Я вообще сначала думал, что это какой-то батут, ну типа на нее прыгаешь, отскакиваешь. Но это я, потому что сначала шипы на ней не приметил. И подошел. А потом понял, что да, что-то не так. Вот так вот, с полными жизнями сейчас я до этих крысяков доберусь. Верни все мои. Тварь поганая. Так, и что, тебя туда нужно закатить? Так, ясно. Нужно было ее сразу отключить. Ладно, давайте потрогаем, что у нас здесь лежит. Шепот на чужом языке. Слышится мелодичный перезвон и что-то еще. Голоса? Из прошлого? Такс. А, я опять все, короче, неправильно сделал. А, промол. Если вы столкнулись с головоломкой... Нужно установить сферу перед средней ветровой шахтой. Да это я и сам понял в этой головоломке, просто я с ветрами этим не совсем разобрался. Сейчас я вот эту отключу. Вот эту, наоборот, включу. Две нужно как-то синхронно отключить, что ли. А, я понял. Ща. Держи здесь. Ща. Я понял. Ай, зараза. Дождались меня. Да что ты будешь делать? Может, мне ее отключить надо для начала? Вот мы ее туда перекатили.
успею. Тут чуть-чуть не хватило, а. Вот сейчас и выровнять надо. Да блин. Туда-сюда сейчас и катать, а. А откуда дует? Что у меня не закрыто? Да блин, я не успеваю его просто посередине вовремя остановить. Во, другое дело. Точно попал. Ладно, чему вы меня научите? Зефы использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой. Реликвия для медитации. Реликвия Зефа для медитации использовалась в древних ритуалах обучения владеющих силой. Снова ветра. Ну, окей. Так, застынь там. Не совсем ровно, конечно, кинуло, но ладно. Ать. Еще и сохранение прекрасно. Так, сейчас надо посмотреть, не поджимает ли у меня время. А время, думаю, что уже поджимает. Поэтому я предлагаю на этом нашу непродолжительную серию закончить. Вот, я вечером еще одну выпущу, я надеюсь, я сейчас успею загрузить, потому что там Black Set еще нужно по финал выложить. А он там, сука, гигов 30, даже какой, там 40-50, он где-то даже весит, он там здоровье получился. Ну ладно, как бы то ни было, ребятки, я благодарю всех за просмотр, продолжим в следующей серии, так что всем до встречи.